Раз, два, три, попугайсики. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой браток Барни, правда, поприветствовал вас уже своей отрыжкой. Ну, в общем-то, понял. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, друзья. Мы с тобой наконец-то продолжаем GTA Симпсоны. Надеюсь, ты скучал. Сходу, просто сходу ставь лайк и все. И даже не задумывайся, не надо даже тут вникать, думать что-то. Просто поставь и все. Все, договорились, братишка. В общем, давно не было, друзья. Мы с тобой продолжаем. Я уже даже забыл, как, блин, играть. А, блин, я ее реально забыл. Погоди, а как играть? Все, кое-что я вспомнил. Пацаны, в общем, я вспомнил, друзья. Ну, давно не было, серьезно, забросил, но... Но мы возвращаем. Мы возвращаем вот эту вот ностальгию, все дела. Я не говорить по... Засранец. Короче, он должен был нам помочь, потому что здесь что вообще происходит, да, ты спросишь. Здесь инопланетяне похищают людей. Да, есть такое. Продают какую-то вот эту вот... Вот Баскова вообще тут при чем? Непонятно. В общем, осы появились. Вообще непонятно, что происходит. И мы должны разобраться в этой вот всей штуковине. Так, там записывается. Сейчас я секунду посмотрю, друзья. Да, все отлично. Все прекрасно, великолепно. Можно жить. Дальше. Короче, только самое начало... Барни, ты уже здесь? Ладно, братишка, давай, удачи там, отдыхай, все дела. Ну, в мусорке, между прочим, можно много чего найти, так что, Барни правильное место выбрал. I gotta round up these other little dudes and get them to Krusty Lou for the studio tour. That's where I need to go. Step on it, Otto. Okay, right after I drop these kids off at Krusty Lou. Otto, I just said that. All right. Stop hassling me, midget Abraham Lincoln. Так, короче, едем в Лу. Собери всех детей, отвези их в студию Красти Лу, пока там есть Красти. Вот такое вот задание. Непонятно. Так, все, отлично. Кого-то уже сбили, осторожен! Ребятки, осторожней, блин. Что ж вы такие невнимательные сидите? А, мы их собираем! Не-не-не, все правильно, друзья, мы их как бы собираем на ходу. Не сбиваем, ни в коем случае. Мы собираем их на ходу, то есть хопа, раз! Два! Три! Блин, не туда поехали! Окей, ничего, мы быстро дрифтим, только проблема в том, что полиция, бей и беги! Ну ладно, ничего, здесь мы можем сократить... Хопа! Борт. Борт. Круто было бы, если бы собственные номерные знаки можно было клепать. Так, отлично. Но, правда, я бы на свою машину зелел бы, ни в коем случае бы не повесил. Потому что, блин, нашли бы какие-нибудь... Мальчуганы бы и что-нибудь сделали бы, может быть. А может хорошо все было бы, непонятно вот это вот. Так, отлично, у нас времени полно. Офигеть, нас еще не оштрафовали, между прочим. За нами, правда, погоня есть, но не оштрафовали. Норм. Короче, быстро надо красть и доставить их. Мы тут, блин, правда, пальмы какие-то сбиваем, еще что-то делаем. А, все. Офигеть. Они пропали. Поговори с Барни. Барни уже не в мусорке, Барни работает охранником. Крусти's not here, little Homer. He's down at the Squidport. Doing a promo for this new Buzz Cola. But that's the cola the aliens are using to control all human behavior. Control human behavior? No beverage could do that. Oh no, I haven't had a duff in 2 hours. My life is over. But I have to get to Krusty before the limo does. And I have to stay here and go through the DTs. Sounds like a plan. Радостная новость, друзья, потому что Симпсоны скоро будет игрушкой. Серьезно, по Симпсонам. Еще одна.
Вот скоро, серьезно, вы можете даже почитать новости, я сам офигел. Падение с клоуном, чтобы найти Красти, найди его лимузин, поговори с Красти перед тем, как его... Что это, блин, за слэши такие? Поговори с ним, пока его увезут. Стой, Красти, блин, куда его... Нали быстренько! Все, отлично. Быстрее, за этим пацан... Господи! Ну что это вообще происходит? Ичи-скретчи. Щекотка и царапка. Том и Джерри, серьезно. Так, давай. Да что с этим миром не так? Вы как вообще лихачите, а? С моей машиной тоже как-то она быстро прям поворачивает. Прям пипец. Смотри, что происходит. Что за движок у меня там сзади стоит? Он же сзади или, погоди, или спереди? Задание выполнен. Поговори с водителем лимузина. Так, вот с этим, что ли? Ха-ха, поговорил, блин, ладно. До свидули. Так, окей, быстренько едем. Все отлично, врезаемся. Не, это все правильно, друзья. И, конечно же, я как надо еду. Все отлично, он где-то сзади там потерялся. Так, быстренько едем. Пацаны, сейчас я знаю, тут срез хороший такой. Очень хороший срез. Опа, ля, опа. Нормально. Офигеть, как мы едем, просто шикарно. Да, друзья, я даже в Need for Speed так никогда. Нет, ну так я гонял, конечно. Бывало так. 250, ля, через кольца. На! Готов, мы наконец-то. Прости. Сейчас быстро бежим. Короче, найди и следуй за профессором Фринком. А зачем? У меня машина же вроде... А погоди, стоп, а если я сейчас... Стой! А что, если я сейчас возьму его же тачку? Знаешь что, я сейчас подумал, я капец хочу бутерброд. С ветчиной, с сыром, майонезом, знаешь, такой с капусточкой, такой прикольный, вкусненький. Блин, пипец хочу бутербродик. Переграть... Нет. Давай, погнали. Ну-ка, да, давай попробуем. Мне интересно, как это будет выглядеть. Серьезно, на двух одинаковых машинах? Офигеть, мы типа тестируем Теслу. Да, друзья, Тесла, она... Она шикарна, она просто шикарна, друзья. Завезли, наконец завезли. Может даже 200 километров проехать на... Стоп, секунду. Я сейчас, чтоб не позориться, я просто про Теслу вообще толком не знаю. Тесла, сколько можно проехать на одном заряде? Секунду. Сколько проезжает? 494 километра уже? Электромобиль Tesla Model S проехал 1078 километров? Слушай, я отстал от жизни, походу, пацаны. Я тут про 200 километров... Про 200 километров говорю, блин, чё я вообще несу? Колхозник, блин, какой-то. Офигеть, 1000 километров. Но у Николы Теслы, между прочим, вроде как машина всегда, блин, на электричестве работала. У него, типа, под капотом была маленькая коробочка, которая собирала вот из воздуха. Ну, это вообще пипец, можешь почитать. Действительно, такой вот есть. Так, главное, что нам не врезаться. И музыка такая, знаешь, заигрыванная. Ту-т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 у. Офигеть, саундтрек офигеть топовый. Просто топовый, он заигрывает с нами, он бросает нам вызов. Серьезно, вот эта вот музыка, она прям как будто задевает нас. Сможешь ли ты? Не, ну слушай, это супер Тесла. Давай, погнали, мужики. Гонки на Теслах.
Ля, красиво, пацаны, блин, ну куда вам тягаться с Теслой-то, а? Фараоны, блин! Черт возьми, ну куда вы... Тихо. Смотри, что делают! Гады! Бери! Слушай, какая сложная миссия, я офигеваю просто. Лучше бы я взял обычную машину, серьезно, в чем твоя беда, в чем твоя проблема? Проблему. Никого не сбиваем, никого не сбиваем, аккуратней. Знак стоп, все дела. Ой, друзья, если бы это был кирпич, я бы его первым телом бы его сбил, серьезно. Ненавижу эти знаки, потому что один раз, когда я только получил права, я, значит, кирпич, ну, как сказать, не заметил, пацаны, ну и проехал, как лох, на 5000, влип. Да, бывает такое. Так, аккуратно. Кстати, что будет, если мы с тобой все правила дорожного движения будем соблюдать в Симпсонах? Я, кстати, ни разу не проверял. Серьезно, вы когда-нибудь в GTA соблюдали правила дорожного движения? Я нет. Никогда. Слушай, давай попробуем сейчас. Ну только выполним эту миссию, конечно, а потом уже попробуем. Потому что это что-то зловещее, какая-то миссия, прям пипец. Не могу ее выполнить. Тас-холи? Тас-дырка? Что? Блин, кто помнит Таза? Персонажа такого. Тихо, пожалуйста, пусть все будет отлично, все будет нормально. Да чё он кругами, блин, шевелит? Ёкаламэне, куда ты вообще едешь, мужик? За тобой... Может, его смущает реально эта тачка? Как бы... Непонятно вообще, что происходит. Оу, е, бейба! Все, отлично. Зайди в обсерваторию. Или зайдем. Давай зайдем, ладно. Да иди ты нафиг! На! Все, собираем быстренько эти ништячки. Видел коробочку. На! Быстренько сейчас зайдем, конечно, в обсерваторию, друзья. Там почешем немного языком и... Все, отлично. Собираем все монетки. Мне просто написали в предыдущих... В сериях, типа, ты не собираешь, что ты вообще делаешь, что ты мутишь? Я не могу на это смотреть. Ну, есть такие. Так, раз. Обезьяну телепортируем, два. Фринкяк, 7 компуктер. Бля, смотри, у ней у ней руки с ногами, ну, короче, лапы с лапами. Немного переместились. Глахайвен, Гуайви, the plot is convoluted now. Relax, Nerdlinger. I'll knock the lasers out of the truck so I can show them to Krusty. Так, поедь в пивную и хорошее предложение! И разрушь план чужих. Тарань грузовик, собери лазерные пушки. А первым делом мы, конечно, с тобой... Так, блин, посмотреть бы, сколько тут... Это, видишь, миссия началась. Я думаю, мы с тобой ее отменим. Да, пока что мы с тобой отменим. Да, простите, братишки, но... Пока вот так вот. Давай посмотрим. Барт Хьюго. Я помню эту серию, где оказывается у Барта второй брат, и он только на чердаке живет, и он вообще там... 600! Да вы чё? У меня даже на бомжа, на Барта бомжа не хватает. Ну вы приколисты, конечно. Ну ладно, короче, давай проверим сейчас правила дорожного движения, все дела. Я вспомню, у меня права есть. Я их получал
Три года назад, ровно три года, ну не ровно, ладно, вру. Уже начинается какое-то вранье. Три года назад, не три года, там, с какими-то месяцами. Короче, давай, машину надо какую-то, не такую, не Теслу, ты чё, блин? Представь, я только получил права, надо какую-нибудь, Батину шестерку! Батину шестерку берем, пацаны. Ладно, батя будет не против, я буду обучаться. Короче, все. Так, поворотник. Ай. Ладно, батя не заметит. Так, прежде чем двигаться, пристегиваем ремень. Раз, пристегнули, да? Или поначалу надо. Так, блин, сзади кто-то меня пристраивается, я вижу. Сначала машину с ручника, хоп, снимаем. Так, первую... Так, блин, сцепление, собака. Я уже не помню, как на механике-то водить. Короче, пристегиваемся, включаем фары. Нет, сначала зажигание, потом включаем фары, потом ручник, хоп, а потом первую, потом поворотник налево. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Все. Начинаем движение, пацаны, первое там сцепление, я уже не помню. Все, едем, в правом ряду, мы же, конечно же, не на большой скорости. Все, аккуратно, соблюдаем правила дорожного движения. Давай попробуем правила дорожного движения соблюдать. Так, тихо, не разгоняемся на такой суперскорости. Вон, смотри, смотрим на остальных членов движения. Они гораздо медленнее двигаются. Значит, у них радары, у них маленькие пиликающие устройства, где говорят о камерах. Так, где камеры? Так, спокуха, бро. Так, отлично, мы едем норм. Некоторые могут пропустить этот момент, вдруг вам не интересно. Мы с тобой, конечно же, доедем. Ну, до какого-то момента, сейчас посмотрим, как мне надоест. Если честно, мне уже надоело, пацаны. Мне уже надоело, если честно. Сейчас до светофора, там, до этого доедем, а там уже будем. Так, перестроился, он, видимо, тоже не особо спешит как-то. Ну, окей, так, нормально. Осторожней, подрезайте меня. Увага, все дела. Блин, как-то тут все-таки... Опа, стоп! А что, произошло? Как бы на пешеходе-то никого нет. Так, мигаем налево. Давай сюда, вот, слева. Так, мигаем направо. На пешеходном перекрестке никого нету. Я, слушай, помню все правила, офигеть. Так, обгоняем налево. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Направо, тук-тук-тук-тук. Не останавливаемся, вот так вот. Need for Speed, все дела. Так, нормально делаем. Короче, едем до гонки, стоп! Ты куда, пацан, блин, я бы сейчас влип на миллион, на миллиард просто, еще бы отсидел бы сколько. Ты что, пацан, делаешь, бросаешься прям под машину, так нельзя ни в коем случае. Короче, здесь какая-то дорога, я не знаю, понимаю, район жилой, 20 километров в час. Поэтому аккуратно едем, сейчас попробуем. Мужик! Останавливаемся, не сбиваем, нет, он на нас идет вообще, что происходит? Что вообще происходит, пацаны? Так, налево, дай мне другую тачку, пожалуйста, бро. Батина заколеб... А, у меня и денег. Нет, офигеть, у меня просто нет бронированный грузовик. Ну, для первой машины неплохо было бы, если честно. Так, короче, ладно, едем аккуратно. Не сбиваем! Ну ладно, бачок, ладно. Заплатим, ничего, нормально. Так, едем по жилому, так сказать, комплексу. Осторожнее, 20 км в час, все дела... Правила соблюдаем, блин, что происходит вообще? Да хоть где гонка-то, хоть одна, сейчас мы... Мы не видели ничего, друзья, мы не видели, конечно же... Стоп, Барт, блин, конечно же, мы если кого-то сбили сразу назад, а никого уже нету. Блин, а никого уже нету, никакой... Никакой тетки, потому что я какую-то тетку сбил. Ну ладно, дядька, например, дядьку мы сбили. Мы сразу такие, ой, дядя, что с вами случилось? Он говорит, так, все нормально, все окей, я нормально себя чувствую, там все дела. Но, правда, убегает в этом случае, короче, надо спросить, если что, оформляем ДТП, все дела. Короче, ты понял. Все, мы влипли, там может вообще непонятно, что будет. Ой, друзья, короче, реальная жизнь. Гоняйте лучше в играх. В играх норм. В играх можно хоть как-то гонять, но в жизни совсем по-другому гоняйте, потому что это пипец. Я сейчас представил реально соблюдать правила дорожного движения. Это же жопа. Давай, погнали, Милхаус.
Во, сейчас на бадиной шах, на бадином шахане я так сейчас хопа рубану-то, 2 минуты мне дадут. Дают, так, нормально, нормально, вот гонки я понимаю. Норм. Блин, батина шестерка, что-то не разгоняется больше 80, что-то вообще не хочет даже, что-то хрустит коробка, КПП. Блин, да что ж такое-то, батя, хоть бы... Чё? А как? Как я, батя, ты чё творишь? Как я вообще здесь оказался, пацаны? Блин, а как я реально оказался? Блин, а как... Да в смысле, блин? Да ёкало мне, батя, твоя гидравлика, пюта, убирай ее нафиг. Капец. Перелетел поребрик на батиной шестерке. Чё вообще происходит в этом мире? Так, раз. Там, видишь, кольцо было, там надо было как-то вот-вот проехать это. Мы не срезали, мы нифига не срезали, мы наоборот. Дольше намного... У нас получилось. Вот сейчас аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вроде правильно, да, так? Во! А в смысле, это за круг? За круг не считается. Походу нет. Ну, батя, по-моему, мы проигрываем. Да, блин. На батиной реально не очень комфортно ездить, я тебе скажу. Ёкало, да мы вообще не успеваем, не поспеваем. Это нам дается 2 минуты, мы на 10 секунд проигрываем. Ой, блин, батя, ну ты... Лада седан. Капец. Тихо, тихо, тихо. Ой, батя, я думаю, проиграем мы. С позором просто на батиной тачке. Да ёкало, она даже перепрыгнуть не может. Ну и говно. Ну батя, блин, мы вообще уже все, мы... Мы просрали, друзья. На батиной тачке вообще нереально. Короче, ладно. Все, бросаем это дело, пацаны. Все, понятно. Отменить. Я даже, типа, не хочу видеть этот позор. Зато у бати пива, смотри, сколько сзади. Вот для чего нужна тачка для бати. Чтоб пиво перевозить. Там просто, я не знаю, сколько там... Смотри, сколько там пивных банок, офигеть. Все, нафиг, эту пивную коробчанку мы с тобой берем самую крутую Феррари. Феррини, друзья. Это вам не Феррари. Все, погнали, аккуратненько. Гонки я не собираюсь. Не хочу второй раз проходить пока. Ну, сегодня, по крайней мере. Не хочу, что-то особенно. Сегодня, блин, надо быстрее эту серию запилить, потому что время, блин... Пацаны, 3 серии очень сложно, на самом деле, запиливать. Ну, ладно, давай еще одну. Ладно, давай, Милхаус, так уж и быть. Я просто не хочу одну и ту же. Давай, Нельсон, быстрее. Гонка по кругу. Следующий будет Гомерчик. И посмотри, какая у него тачка у Гомерчика. Офигеть, ты посмотри, какая... О, летающая просто! Пипец. Настолько быстрый, настолько... Слушай, батя, я чуть не понял. Ты мне, значит, отдал свою старую колымагу, шестерку, а купил-то себе... Чё? Чё это за фигня? 5 кругов, блин. Ты офигел, что ли, конкретно? Смотри, что делает, а? И с гидравликой, и с управлением, и с максимальной... комплектации, там кондиционер, лючок. Лючок. Ну чё это такое, батя? Ну слушай, ну ты офигел вообще. Сыну-то хоть поддайся. Испытывает свой шахан новый.
Офигеть, просто, просто ха, батя, ну вот, видишь, подвела тебя тачка, все-таки. А меня вот моя Ферини не должна подвести, вроде бы. Ой, сплюнем, как говорится. Я, конечно, приметы не особо верю, но, блин, надо бы, как бы, все равно так сделать для приличия. Вот это вот все, сплюнуть, типа. Так, давай, Ферини, давай, 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 жги, жги, жги. Ну все, батю мы сделали, мы просто сделали батю. Батя, блин, батя, ух ты ж. Ой, слава богу, он тоже задрифтил, не как надо, но поддался. Ладно, батя поддался, батя услышал, короче, может, батя выпил, никогда не пейте за рулем, все дела, как бы. Все. Все, мы с тобой сделали, мы это сделали. Ну что ж, друзья, если тебе понравилась серия, обязательно ставь лайкосик, будет очень-очень-очень-очень приятно. Также подписывайся на канал, если ты тут впервые. На этом все, бай-бай, дорогие друзья.